Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала Лола ТВ, опять с вами. Дорогие мои подписчики, сегодня на моем канале будет обзор для пышных дам. Будет разные большие размера платьюшки, кофточки и спортивные костюмы. Дорогие мои подписчики, вот смотрите, какие здесь красотулечки, прям хочется их забрать и украсть, прям нарядили. Сейчас сделаем небольшой обзор, мне продавец Курбан поможет. Курбан, я понимаю, что у вас здесь народу много, хотя бы цены расскажи. Цены начинаются с 15 до 20 долларов. Это платье только, да? Да, платье. Ага. А кофта начинается с 8 до 10 до 12 долларов. Угу. Смотрю, у вас есть спортивные костюмы, хоть немножко есть, да? Да, спортивный костюм тоже есть, платье тоже есть, кофта тоже есть, кардиганы тоже есть. Спортивные костюмы цены тоже скажи. Спортивные костюмы цены с 18 до 20-22 долларов идет. Угу. Теперь мне интересует вот это вот платье с капюшоном, пожалуйста. Сколько стоит эта красотулечка? Это 17 долларов. 17. Серии 3 штучки? Серии 4 штуки. Ага, 4. 46-52 размера. А состав какой? Состав 5% ликра есть, 35% котон, 65% полиэстер. Ага. А вот это вот тоже? Это тоже так же, 17 долларов. 17, стоит. Да? Да. 17 долларов и серии по 4 штучки, 30% хлопок, остальное все полиэстер и ликра, да. Угу. Спасибо. Так, вот это вот даже сверху можно как кардиганчик носить или как платье, да? Да. Да.
пакетов, это немножко есть где-то. Сколько пакетов хочешь? Да, да, хорошо продается. Серии, наверное, 10-12 серий осталось всего. Да. Лола, ты мне скажи, как получилось? Что? Как я сказал там, что я сказал? Я отрежу, ты не переживай. Да? Хорошо. Как я там получилась? Супер. Правда? Да. Я как будто прям в кино снимаю. А эти сколько у вас стоят? Эти на скидке сейчас они. $10. Ой, вот эти вообще, знаешь, прелесть. Да. Правда, прелесть. А так они $18-20. Ты не отходи там, подожди. Не отходи. Да, да. Прелесть. Мало, потому что очень осталось из-за этого. Может, я даже не успею его продать. Да. Ну, короче, все очень красиво. Эти тоже по 10, да, по-моему? Да. Дорогие мои подписчики, с этим мое видео заканчивается. Вот такой вот магазин. Магазин для пышных дам, таких модненьких. Если вам это видео понравилось, если хотите сотрудничать с этим магазином, если хотите закупить товар, пишите мне обязательно, я вам помогу закупать товар. С этим пока!